Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Пришла мне очередная посылка от фирмы Беркинг. Я решил, пока на дворе зима, подготовиться к новому сезону, не спеша позаказывать интересные воблеры, интересные копии. Также на днях должна прийти посылка с новинками 2019 года. Как видите, посылочка немножко в пути пострадала, коробочка помята, но воблеры целые. Сейчас распакую за кадром и покажу. Как видите, заказал Duo Realis, копию на Duo Realis от фирмы Беркинг. У Беркинг они называются Real Minnow Pro. Ну, для всех известная копия. Или даже не копия, а правильно сказать, реплика. Решил заказать натуральную расцветочку под окунька и заказал расцветку арбузик. Меня в этом сезоне 2018 года очень порадовал воблер от фирмы Беркинг. Соточка такой расцветки, там с двумя тройничками. И решил за зиму собрать воблеров, пополнить свой арсенал. И вот заказал 120-ки. Сейчас проверим, взвесим, померим. Вот тут довольно хорошо видно. Тут хорошо видно, как работают шарики для дальнего заброса. Шумовые воблеры. И, как всегда, безупречное качество. Петли проклеивать не надо. Все хорошо покрашено, хорошо проклеено. Тройники довольно острые, за кожу цепляются моментально. Взвесим и померяем от начала лопатки до заднего колечка 135 миллиметров. Если мерить так, получается ровно 120 миллиметров, как и заявила фирма Беркинг. Здесь тоже 120. Ну и вес девятнадцать грамм 30 миллиграмм. Девятнадцать грамм 40 миллиграмм. Практически разбежка небольшая. Воблерами я остался доволен. Ну, теперь попробуем в новом сезоне, потестируем, посмотрим, как ловят и другие воблеры от фирмы Беркинг. Большое спасибо, друзья, что смотрите мой канал. Спасибо за поддержку, спасибо, что комментируете видео. Всех благ вам и вашим близким, друзья.